комментарий излишний. Зима не зима, осень не осень, весна не весна. Ну, так интересно, на самом деле. Асфальт, ну, да, сухой, трава асфальт сухой, трава зеленая. Только что выросла. И непонятно. Только потом уже понимаешь, что январь месяц. Почки еще не распустились. До этого еще не дошло. Плюс 2, а плюс 3 показывает, да? Так, мимо моей любимой школы едем. Еще закрыто. 8 в школу. Второй класс, понюшу. Один год отучилась. А сколько ты хочешь месяцев уже? Сегодня у нас 3 января. Да? То есть мы едем по дороге Лидинге, остров Лидинге. Да? Так? Зажиточный район шведский. Да, очень. Там виллы в основном, да? Да, ну, не такие крутые, как в России строят виллы, но, по крайней мере, там богатые. Ну, ты знаешь, не скажи, как в России, здесь тоже. У некоторых такие виллочки. Что? И России, ну, понимаешь, у них здесь, они тоже такие богатые, может быть, но не так это как-то выглядит, как, допустим. Так это видно снаружи. Ну да. Достаточно скромно все. Нет, по площади они тоже большие. Да. И двухэтажные, и трехэтажные даже. То есть эта дорога, как мы обычно в Орландо? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Сейчас, по идее, поедем сначала в сторону, на трассу выйдем в сторону города поедем, а потом свернем на Тебе. Ага. Через Тебе туда. Через Тебе? Ну да, вот так. Нет. Зачем нам Тебе? Ну или через Это Ярпет. Ну, Ярпет. Нам на Ярпет и надо. На Ярпет. Тебе – это ветка Мёрби. Ну, там. А параллельно идет Ярпет. Правильно, там свернем, потому что мы уже едем. Ну, посмотрим. Я посмотрю, как GPS покажет покороче дорогу. Короче, поедем. В общем, у нас дорога минут 30, наверное, да? Написано в 15.01. Ага, даже минут 20 показывает. Ну, да, но я думаю, минут 30 могу ехать. Ну, конечно. Да, наверняка. Пока еще поплутаем немножко. Затором будет еще глядишь какие-нибудь. Север. Нет, к Стокгольму сейчас едем. Mm-hmm. А сразу нельзя выехать? Нет, этот канал там находится. То есть нам все равно нас южнее смещаться. Mm-hmm. Сначала южнее, потом север? А потом налево. Не, мы так и так в северную часть Стокгольма. Мы до центра не будем, естественно, езжать. Ну, конечно, зачем? Сейчас чуть туда и потом налево. Еще видишь в виде треугольника. Это как
стороны ехать, где солнце, и там тогда все вот это будет отсвечиваться очень интересно. А ну и сейчас, видишь, как, ну, с подсветкой. Немножко, да, немножко есть такой, с той стороны лучше. Нет, действительно, как с подсветкой. Солнце, и сейчас против солнца. Да, на обочинах это грязненько. Сильно грязно. Ну, вон валяются разные пакеты, бумаги. Небоскреба мы уже третий раз едем. В общем, с трех сторон. С трех сторон. Мимо него проехали. Вот это мы даем. Сначала левее, нет, правее, потом по левой стороне. Теперь в серединке получается. Мост сейчас должен быть. Да? Так, сейчас посмотрим, куда нам дальше. Да, прямо будем ехать. И мост, вот, чтобы попасть на этот, на Лидинге, там мост должен быть. Район Ярдик, наверное, сейчас мы, да? Ярдик. Вот, видишь, показывает Лидин Ярдик. О, ну мне и надо. Здесь 7 мая. Я... Такой хороший райончик, да? Центр почти. Да ничего себе, ну, центр. Конечное. Конечное метро. Ярды. Все равно. Это же конечное. Так, это порт Фрихамна. И Вертхамна. Вертахамна. Здесь два порта. Thank you.
они более-менее еще чистенькие, можно посмотреть. Красивые, смотри, какие дома, да? Прям напротив порт получается. Смотри, какой. Старый, наверное, да? Старый построй. Реставрированный, похоже, на дом. Ну, конечно. Красивый. Ой, туда вот все. Слева стадион? А что за башня? Олимпийские игры проводились. А. Какой-то там 30-х или 40-х. Да? А сейчас что, там тюрьма? Нет, стадион так же. А, стадион? Тюрьма. Когда ты еще в Латвии ездил? Вот Рига, Таллин. Рига, Таллин. Вообще Таллин не с Фрихамна идет. Плывет с ближайшего. Вертахамна. Фрихамнен Рига, а Вертахамнен это Таллин. Финляндия и Таллин. А вон смотри. Латвийские номера, видишь? Но они все на паром. Да, на паром. Как раз время, что он будет с кубинетом управляться. Вот это эстонские номера. Они как раз едут в порт. Слева еще номера из Латвии. Машина. Справа, видишь, от вход. Да, это Фрихамна. Да, Фрихамна. Ага. Мы сейчас с той стороны заезжаем на него. Ну, да. Вот. Ох, жалко. Не очень хорошо видно. А ты правее возьми. Может там... А правее нельзя? Правее возьми. Ну, вот. Вот этот, вот мы уже едем по мосту на Ленинке, вот остров. Ну, его видно, что он остров, смотри, да? А интересно, можно его вот так объехать по кругу? Наверное. Ну, вот там есть какая-то дорога, да. Я бы за пешеход, да. А, вы... Я там хотел. Да? Красиво, я такой. Можно было бы туда уйти, нет? Или вот, вот сюда, наверное. Надо правее уйти. Я хотел, как автобус едет туда, в
в ту место. Нам надо будет туда, наверное. Мы обратно, когда выше. Поедем, я обратно поедем, мы это сами здесь прокатиться. А ты говоришь, смотри, какая красота. Очень красиво. Все прелести. Посмотри, какие. Ну да. Посмотри, какие огромные. Куда ты? Где ты здесь поставишь? Поставить... Кто подойдет, я ты... не буду глушить, кто подойдет, ты отъедешь, да? Да. Забор. Куда? Тут что-то забор. Когда ты включила камеру, пошли забор. Да, слушай, то прям такая красота была, да? Все насквозь, смотри. Прям кровать детская ничто, там, да? Ничего, да. Все, да. Вот, давай, может быть. Ну, что-то куда-то с маршрута сбились. Тут такая... Сфокусировался. А? Сфокусировался, да. Корабли как светятся. А таких тоннелей нет, ну, много. Поэтому именно вот я говорю. Вышли вверх, бабочка. Значит,
не скучно было ехать. Ой, слушай, тут можно вообще целый лабиринт. Под землей и будешь тут вообще шарахаться. И не знаешь, куда выйти. Развилок было разных. Ну да. Ни одного указателя. Ага. Слушай, действительно, ни одного указателя. Куда ехать, что, какое направление? Куда-нибудь выйдешь все равно. Ну, куда-нибудь, я говорю. Заехал в одной стране, выйдешь куда-нибудь вообще. В другой совсем. Наконец-то мы выехали. Вот. Ну что, мне кажется, это Берцхамра. Вот мы выехали на нашу Е4, едем, по-моему, направление нашего дома. Ну вот, а ты говоришь, что нет. По этому туннелю нету новой. На него ни разу не ездил. А видел, мы сразу с этого спорта выехали сюда. По нему. Мы где не кружили. Сейчас я пристроюсь. Это район Сольный. А, нет, Сольная, вот туда дальше. Сунцваль, правильно едем? Правильно. Да? Орландо, да. Сунцваль, наша, да. Наша Сунцваль? Да, видишь, медцентр по тебе проехали весь.